Прогноз на UFC Fight Nights, который состоится в ночь 16 на 17 мая 2020 года. Майк Дэвис, Гига Чикадзе. Основным преимуществом Майка стало то, что поединок будет проходить в его стране. Поддержка болельщика будет на стороне американца, что даст психологическое преимущество. А в боях это имеет существенное влияние. Ставлю на победу Майка Дэвиса. Даррен Элкинс, Найт Лендвер. Несмотря на отсутствие побед с сабмишеном, считаю именно Нейта фаворитом боя. Элкинс находится в кризисе, поэтому шансов на успех у него нет. Прогноз победа Нейта Лендвера. Энтони Эрнандес, Кевин Холланд. Несмотря на приблизительное равенство спортсменов, Энтони выглядит лидером боя. Ставлю на победу Энтони Эрнандеса. Больше прогнозов в нашем канале Telegram. Ссылка в подписи к этому видео. Кортни Кейси, Мара Ромеро Барелла. Женские бои всегда отличаются своей эмоциональностью. Данное противостояние будет проходить на территории США, поэтому преимущество на стороне Кортни. Ставлю на победу Кортни Кейси. Донтали Майес, Родриго Насименто. Уверен, что у Донтали имеются все шансы на то, чтобы нанести первое поражение Насименто. Ставлю на победу Донтали Майеса. Мэтт Браун, Мигель Боэзо. У Мигеля будет повышенная мотивация на следующий бой. Он захочет продолжить свою серию побед. Выбираю победу Мигеля Боэзо. Клаудия Гадель, Ангела Хилл. Не согласен с мнением букмекеров насчет выбора фаворитки боя. Ангела имеет лучшую статистику и будет проводить бой в своей стране. Ставка на победу Ангелы Хилл. Эрик Андерс, Кристоф Джотко. Кристоф является хорошим стратегом и имеет все шансы на успех. Делаю ставку именно на победу Кристофа Джотко. Все актуальные зеркала букмекерских контор в телеграм-боте БК Зеркало Бот. Ссылка в подписи к этому видео. Ядонг Сун, Марлон Вера. Ядонг находится в лучшей функциональной форме и готов оказать сопротивление своему сопернику. Ставлю на победу Ядонга. Эдсон Барбоза, Дэн Эйдж. У Барбоза затянулась серия проигрышей, а Дэн, наоборот, находится в отличной форме. Ставка на Дэна Эйджа. Алистер Оверим, Уолтер Харрис. Оверим показывает не лучшие результаты в течение последних лет. Уолтер, наоборот, демонстрирует свое хорошее функциональное состояние. Ставка на победу Уолтера Харриса.